Так, всем привет! Мы сегодня на пляжу. Сегодня ветер, но уже не так холодно, как вчера. Так что мы пришли на пляж попробовать свою палаточку пляжную. Вон свет около зелененькой такой палаточки. И заодно посмотреть, как тут сегодня дела. Может, к нам приедет Наташа с Антоном. Узнали, что вчера в провинции вообще снег шел. Вот там, правда, на юге. Так что это дикость, потому что у нас лето, чтобы снег был, а другие провинции потопило. Потому вчера был такой холодный ветер, и Света снималась в этом самом, в шапке, в куртке. Да, сегодня уже более-менее нормально. Ветер сменился, теперь с севера идет. Пляж вот такой. Вон ходят полицейские два по пляжу. Видите, тут с этим самым, с безопасностью как раз нормально. Да, вот наш сексуальный этот спасатель стоит. Да. В таких плавках сексуальных для Аргентины. Вот. И там место, вон там машины, лодку вытянули, там, где рыбаки рыбу продают. Кому ты же мой? Mira, nunca lo vi en vivo, solo filé, por eso. ¿Puedes levantar para filmar cómo es esto? Por lo menos. Mira, ¿y esto qué es? Esto es una pescadilla. ¿Eso tiene espinas? Eso. Sí, pescadilla de nuevo, la hace filé. Ay, ya sé. Cortar para la parrilla. Eso es bagre. Bagre del mar. ¡Qué grande! Bagre del mar. ¿A cuánto está más o menos el pescado ahora? Y los bagrecitos grandes valen 50, algunas pescadillas grandes también 50. Ajá. Esos pollos te los puedo hacer 100 cada uno. Uh-huh. Qué lindo. Sí. ¿Y corvina? Corvina no quedó. No quedó. Ah, no quedó, es pescadilla. Sacamos unas grandes, pero... Sí. Ahora. Esto es lo mismo, ¿no? Es esto. Este es pollo, pez guitarra. ¿Puedes levantar para filmar? Porque yo hago videos sobre pesca, pero sobre pesca ahí, no sobre mar. Mar no, no tengo, pero... Y acá estoy de vacaciones y por eso me interesa pesca. Gracias, chicos. Mira. Ahí se pesca. Ahora voy a hablar con un señor a ver si compramos alguno. Oh, perdón. Света снимает этих пионеров наших, бойскаутов. Фотографирует. Ну что, сфотографировал бойскаутов? Так, у меня такой пиратский вид, потому что ветер. Вот у нас ресторанчик в кампинге. А сейчас иду встречать это самое друзей. Наташа с Антоном сейчас должны подъехать. Они с Мардельплаты едут, но так как они тут никогда не были. И у нас куча полиции охраняет везде. Кампинг спереди, сзади, в середине. Тут, в общем, чтобы их пропустили, чтобы все сказали там правильно. Пойду их встречу, чтобы они тут меня не заблудились нигде. Ай, сегодня ветер. Сегодня вот вчера сидели, такой ветер был, и Свете песок в глаз, в общем, насыпал и ночью резать начал. Поехали в клинику сегодня с утра уже. Приехали, там нету офтальмолога. Сказали, только понедельник будет, а сегодня пятница. Поехали в частную, в одну, была очередь на час. В частную, другую, только открылась, мы были первыми. В общем, вытянули песчинку, 500 песо стоит вытянуть песчинку моментально. Так что просто рассказывай, какие цены на медицинское обслуживание, если у тебя, ну, как бы, нету твоей обуви. Вот этой страховки. Ну, у нас есть страховка, но наша страховая компания здесь не работает. В общем, офтальмолог с ней тут не работает. Одним словом, такое вот. Видите, как у нас полиция охраняет наш кампинг. Все, чуки-пуки. Сейчас буду смотреть, где наши едут. Так что. Вот. Так, похоже. Вот и мои едут. Ха-ха. Ahí viene. Ха-ха. Es para mí, para camping. Давай. Привет, родные. Бобс, привет. А теперь уже показываем, уже снял. Наташ, слышь, меня обозвали привет. Лениной дочкой. Да, обозвали один раз. Слушай, а привет всем сказать. Всем Антош. Привет. Привет, всем привет. Будущее. Бобс, привет. Наташин бобс. Вини. Эй, бимбо. Бильбо. Бильбо. А какой грязный, Бильбо! Красавец. Привет, красавец! Смотри, как ему нравится копаться под деревом.
Вообще, ему тут, ну блин, какая квартира, в черт, а он за деревом хочет жить, глянь. Так что мы все, разогреваем все, что у кого осталось. Салатик вот делаем, после, да? Вчерашнего. Покажи, да, на электроплитке. Вот так вот в кампинге разогреваем. Не хотим сейчас костер тут начинать палить, бо мы еще на море хотим идти. Так что все, мы теперь не сами. Мы теперь с друзьями, которые тоже тут проводят, проводят свой отпуск. Которые отпуск свой проводят по Аргентине, катаются. Но Бильбо тут у нас действительно, ну все, он тут нашел себе, жить собрался, глянь. Бильб, ну ты молодец, ну ты смотри. Молодчина. Вырыл себе ямку, да? Нашел, где похолоднее. Бильбо вытирает. Он так быстро уже покупался? Так, ты будешь на Бильбо смотреть, или так палатку? Да. Бильбо, вас снимают, повернитесь. Бильбо! Где Света, Бильбо? Бильбо, Бильбо! Где Света? Палку нашел. Наташ, ты ему насобирай палок. Чтобы стулья не грыз дома. Нехай грызет. Смотри, какая красивая палка. А нельзя его тут отпустить, не? А ты ему палочку брось, он победит. Бильбо палочку принял. Большая палка. Не ваша палка. Да, потому что я тебя потому что они обе Давай, хороший, давай палочка, давай. Не отдает, принес, но не отдает. Принес, но не отдает, надо забирать. Возьми его палочку.
Антон. Мы с Антоном пойдем купаться. Так как ветер сильный, издалека не будет слышно, как мы орем в океане. Но мы там будем орать, блин, на этих волнах. Все, так счастливенько. Холодная вода, но вода не холодная, просто на улице холодно, холодный ветер. Ой! Вода теплая, 24 градуса вода. Но на улице, конечно, очень холодный ветер. Я уже окунулся. Ладно, все, пусть купается. Оля. И чего, ¿se pesca algo con esto o no? ¿Cornalitos? ¿Puedo filmar alguno? ¡Ah, mira! ¡Sí, está! ¡Mira qué lindo! ¿Cuánto? No, yo hago videos sobre pesca, por eso me interesaba que ustedes pescan. ¡Opa! ¡Oh, qué lindo! ¡Mira, cornalitos! ¡Sí, cornalitos! ¡Qué lindo que está! ¡Sí, mira! Esto si te pones llena un balde, ¿eh? ¡Sí! ¡Ratito! Ajá.